Как вы будете бороться за счастье воронежцев? Такой вопрос прям интересный. Да я, мне кажется, все время борюсь за счастье воронежцев. И ничего не поменяется. Готов бороться за счастье воронежцев. Поэтому я уверен, что получится добиться большего. Навести порядок в тех округах, которые мы выбрали, и вообще в целом городе. Ну, как, есть, в первую очередь, есть наказы избирателей. Для того, чтобы их исполнять, соответственно, надо сейчас тот пакет документов, который был передан, соответственно, его придется обрабатывать и решать проблемы жителей города Воронежа. Все замечательно, готовы, будем бороться. За счастье воронежцев. Будем помогать. Депутат – это народный избранник, поэтому мы будем стараться реагировать на каждое обращение граждан и пытаться их решить. Зачем вы нужны воронежцам? Слушайте, это неоднозначный вопрос. Я думаю, только избиратели определяют, насколько мы нужны. А зачем нужны для любых других регионов и городов? Депутат – это представитель избирательного состава. Это представитель людей непосредственно в своем округе, который должен отстаивать их интересы. Ну, наверное, вот для того, чтобы быть той свяжующим звеном между жителем города Воронежа и конкретно властью. Наверное, те наказы, те все замечания, предложения, чтобы более быстрее, более эффективно доносить до власти. Ну, в принципе, это такой вопрос. С одной стороны, скажешь, что я прям такой необходимый, ну, как вот такое самолюбование. А с другой стороны, ну, люди же оценивают. Выбрали же меня люди, проголосовали. Значит, нужен для воронежцев. Поэтому вот, собственно говоря, так. Все обещания, которые мы обещали, все выполнили. Уже сегодня я хочу рассказывать, показывать, по возможности максимально освещать. Потому что у нас, на самом деле, у жителей города маленькое представление о том, чем здесь занимаются. Доброе утро, извините, ответьте на несколько вопросов. Какое обещание для ваших избирателей вы готовы выполнить уже сегодня? Ну, я, во-первых, первый раз только баллотируюсь, поэтому пока сегодня не могу сказать, какие обещания. Ну, так, как правило, не делается. На первом заседании мы принимаем решение о председателе Воронежской городской думы и о заместителях. Все остальное инициируется уже в процессе рабочем. Да, вы знаете, мы поднимали еще в прошлом созыве законопроект, касаясь многодетных семей. Этот вопрос был в прошлом созыве передан в правительство Воронежской области. И на сегодняшний день мы его дальше будем реализовывать и тянуть. Второй вопрос – это дети военного времени. Ух, я очень много наказов получил в ходе предвыборной кампании. Целый список составлен, вот буду реализовывать и эти наказы выполнять. Поэтому мне сейчас даже некогда какие-то другие обещания давать, там целая пачка пожеланий со стороны избирателей. Мы должны быть той цепочкой, которая приведет людей к чиновникам, к власти. Они могут обращаться к нам, мы делаем запросы и так далее. Доброго, извините, не ответили блокнота на несколько вопросов.